Вместо пациентов и врачей – пыль, мусор и строительные материалы. Но это только пока. На третьем этаже городской поликлиники на Камышинской идет капитальный ремонт. Под модернизацию попадет и четвертый этаж. Но чтобы не было очередей и неудобства для пациентов, она начнется позже. У нас, конечно, были в очень таком, запущенном состоянии третий, четвертый этаж. Там, где основные кабинеты приема специалистов и терапевтов. И вот на сегодняшний день там начат капитальный ремонт. А сейчас он начнется на третьем этаже, там, где хирургическая служба. Мы почему начали именно с этого крыла? Потому что хирургическая служба, урологическое подразделение, там, где дневной урологический стационар, там очень нужны, конечно, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима. На этих этажах капитального ремонта не было ни разу. К 2024 году обновят все коммуникации, кабинеты врачей, коридоры. Стены станут светлыми и чистыми. Появится новая мебель. Специалисты, которые принимали на третьем этаже, продолжит работу в штатном режиме, но в других кабинетах. Для удобства пациентов установили таблички с указателями, чтобы не запутаться, где и какой врач принимает. Модернизация первичного звена ведется и в филиалах поликлиники. Также начат ремонт на Рябикова 96, там, где у нас располагается Центр охраны здоровья женщин. А там ремонт в основном внешний. Это частичный ремонт фасада, крыльца, плитки, которые там, к сожалению, в зимнее время там где-то пришла в негодность. Вот. И Ефремова 12. Ефремова 12, где находится наше подразделение, терапевтическое отделение номер 4. Там ремонт кровли, также ремонт фасада. Ну и, конечно, мы посмотрим, что еще, чем можем дополнить ремонт собственными силами, то есть за средства, которые есть в поликлинике. Также в конце сентября в поликлинику привезут новый рентгенаппарат. Модернизация первичного звена проходит благодаря нацпроекту здравоохранения. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.